Вдовец, его утешением лишь принцесса была. Его дочерью юной восхищался дворец. Кавалеров сводила с ума. Непорочный и чистый цветок королевы баловали. Восхищенные взгляды, восторг, подобно розе прекрасной цвела. Говорят, император использовал черную магию. Это неприемлемо. Замолчите! Я не позволю порочить имя императора. Пока я здесь, этот трон будет принадлежать моему отцу. Сердце так колотится. Мне так страшен Лукас. Я всегда